Карантин никакой мы не высиживаем. По крайней мере, мы не высиживаем ничего специально. Если бы у нас были этапы гран-при, все как было бы по плану, мы бы везде выступали, потому что у нас все готово, все программы, все костюмы, у нас все есть, все было накатано, на самом деле, еще как контрольный прокат, потому что мы написали пост, да, где-то в июле. Да, мы готовились к прокатам, хотели показать программы. Да, то есть у нас действительно все было готово, но за исключением моих документов. То есть когда случилось то, что случилось в феврале, мы сразу подали, ну, там, по возможности, собрав документы на мою грин-карту, поскольку все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом, с российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся, ну, к молодым людям, особенно мальчикам. И меня постоянно останавливают на границах, я торчу по 6-7 часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня там с чемоданами.